Привет всем. Специально для ЦНЦ клуба и темы «Нужен ли дампер?» решил снять небольшое такое видео. Собственно, имеем Linux ЦНЦ, загружена такая простенькая программа, делаю 10 перемещений туда-сюда по одной оси. Станок. Специально для этого раскорячил ящик. Подключена только одна ось, чтобы остальные драйверы не жрали энергию, так сказать. Так, непосредственно к конденсаторам подключен проводок, который идет к осциллографу. На осциллографе мы видим в данный момент 40,1 вольт. Курсор А установлен на 40,2. Ну, можно маленько его пониже поставить. Пусть будет 40 вольт, да? Курсор Б желтенький стоит на 35 вольтах. Ну, это так, ради интереса. И сейчас мы посмотрим, будет ли всплеск после остановки программы, всплеск напряжения на конденсаторах. Внимание, поехали. Но действительно имеет место некоторое повышение напряжения, но причем оно имеет перманентный характер, поднимается на 45, потом 40, ну немножко падает, да? Проведем еще раз. Ну, в общем, очевидно, да? Что никаких всплесков, ладно, всплеск на 0,2, на 0,3 вольта, я думаю, на это можно смело положить. Так, а сейчас попробуем подключим еще один драйвер по оси X и посмотрим, что получится. Проверим, что оси ездят. Оси движутся. Так, что мы здесь имеем? Здесь имеем ту же картину. Запускаем программу. Все. При наличии второго драйвера, подключенного к конденсаторам, никакого всплеска вообще нет. Ну, вообще напряжение ведет себя достаточно странно, то есть плюс-минус 1 вольт, но это вообще никак. Вот как-то так, так что я считаю, что дампер, нет, вернее, вы сами сделаете выводы, нужен ли дампер или нет в таких вот условиях. Спасибо за внимание.